Заросший травой двор, детская площадка, тренажеры, а вместо клумб – рассадник сорняков. Это дворовая территория многоквартирных жилых домов номер 190 и 66 на улице Терской. За нескошенную траву в отношении управляющей компании «Коммунальщик» возбуждено административное производство. Дворы в центре города должны быть образцовыми, а на деле все наоборот. А также Горького, 70, где очень неприглядном состоянии внутридворовая территория. Большое количество бросового мусора, сорной растительности. За 5 дней мониторинга внутри дворовых территорий в отношении сотрудников управляющих компаний специалистами управления муниципального контроля составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Материалы переданы на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа.